громко очень микрофон. О. Да. Привет, вы красивая пара и смотритесь вместе органично. На эфире не хватает Александры. Расскажите, как вы познакомились? По-вашему, любовь умирает или все же возможно ее сохранить самым естественным образом? А, давай еще раз. Привет, вы красивая пара и смотритесь вместе органично. На эфире не хватает Александры. Расскажите, как вы познакомились? По-вашему, любовь умирает или все же возможно ее сохранить самым естественным образом? Вопрос для Михаила. Назови несколько книг, которые фундаментально повлияли на тебя, поменяли взгляд на жизнь, образ мысли. Хорошо. Давай, начинай ты. Я не уверена, что мы как-то оригинально познакомились. Я просто переехала из Екатеринбурга в Москву, состояла в либертарианской партии. Первую часть пускаешь. Которую? Я приезжал в Екатеринбург с лекцией. Ну, ты приезжал в Екатеринбург с лекцией, но мы тогда не общались особо. Я просто там была, и у нас есть фото очень старое. Да, но мы тогда не были знакомы. Мы тогда вообще не были знакомы, и более того... Я тогда была просто сторонницей в ЛПР, потом это ЛПР вообще откололось от ЛПР. Наоборот, от нас откололось. Ну да. А я переехала в Москву в тот момент, когда был разгар этого срача. И я тогда жила с Милой Земцовой в одной квартире, в одной комнате. И мы очень много ходили гулять, и как-то вот познакомились с тобой. Да. И все. Вот так вот. Там есть еще одна деталь, но я не знаю, что рассказывать. Можешь рассказать. На в тему просто, как раз к тому, что мы сегодня обсуждаем. Можешь рассказать. Стоит? А какая именно? Про Соню. Расскажи. Прикольная деталь. Окей, ну вот к вопросу о подтверждении того, что я все-таки то, что говорю, это имею в виду. Соня Блейд, я думаю, кто-то из вас знает, кто следил за жизнью ЛПР несколько лет назад, бывший пресс-секретарь либертарианской партии. В общем, когда Саша приехала в Москву... Она вообще очень быстро сообразила. Да, когда Саша приехала в Москву, в общем, она состояла, как это правильно сформулировать-то, не то, что в отношениях, а как... В общем, она встречалась виртуально там, с нашим общим знакомым, и Соня к тому времени уже очень хорошо знала, что если... такая ситуация, то я никому писать никогда не буду, и мне это будет неинтересно. И Соня мне доложила в какой-то момент, что, в общем, там все закончилось. И когда я получил информацию, что там все закончилось, я Саше написал, сказал, что го гулять. И Саша пошла гулять. А что не идти? И все. Так что в этом смысле Соне большое спасибо, потому что... Соня очень быстро собралась. Да, она очень быстро. Она прям вообще... Соне большое спасибо. Да, Соня доложила. Вот. Так что в этом смысле Соня молодец.